Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые подписчики. В этом ролике мы маленько знакомим вас с Азимут Профи. Этот Азимут Профи у нас уезжает на город Кемерово. Здесь у нас максимальная комплектация. Ручки сделаны для третьего пассажира держания. Красная строка, как у нас было представлено на выставке в Москве. Здесь уже ветрозащитная для рук защита. Держатели для оружия. Канистры идут у нас на 20 литров. Зеркала. Также здесь мы представляем вашему вниманию защита двигателя полностью. Также стоит здесь дорогая оптика. Штатная лебедка. Поворотники. С той стороны у нас размыкатель массы. Сумка-кофр, которая делится на три части. Также ее можно мыть перкером. Три отсека отстегиваются. Задние стопы здесь круглые. Бак идет на 40 литров. Желтые бедлоги — это для красоты. Будут какие-то либо ребят вопросы, пишите, звоните, всегда рады.